В Ульяновске открылся новый офис Россельхозбанка. Церемония открытия юбилейного 20-го по счету офиса прошла с участием первых лиц банка и региона. Председатель правительства Александр Смекалин и глава Минсельхоза Михаил Тимёнкин стали почетными гостями мероприятия. Офис на Рябикова 21Б отличается не только функциональностью, но и уютной атмосферой. Первый заместитель председателя правления Россельхозбанка Кирилл Левин рассказал, в чем секрет располагающей и приятной обстановки. Новый формат, во-первых, заключается в том, что нет барьеров между клиентом и банкиром, так скажем, операционным работником. Новые материалы, современное прочтение бренда Россельхозбанка, ну и, собственно, удобная логистика для клиентов, для сотрудников. Россельхозбанк – давний партнер Ульяновской области. Благодаря такому сотрудничеству регион может участвовать в федеральной программе развития сельских территорий. Уже сейчас направлены заявки на участие в этой программе более чем на 2 миллиарда рублей, а это и новые социальные объекты, и модернизация инфраструктуры, газификация, строительство новых дорог, ремонт водонапорных башен, ремонт водопроводов, ну и, безусловно, это и поддержка сельхозтоваропроизводителей. Агропромышленный комплекс не обходится без поддержки этого банка. Развитие сельских территорий происходит благодаря совместным программам. Сельчане берут кредиты под минимальные проценты, фермеры развивают свои хозяйства. Мы в этом году, все, что касается поддержки по линии льготного кредитования общей сложности, сельхозтоваропроизводители прокредитовались на сумму порядка 2 миллиардов рублей, из которых, соответственно, 55 практически процентов – это непосредственно Россельхозбанк. Поэтому здесь мы говорим о том, что Россельхозбанк действительно является клиентоориентированным, он особое внимание уделяет сельскому хозяйству. Поделились своими впечатлениями партнеры Ульяновского филиала банка, руководители агентства недвижимости. Очень удобно взаимодействовать с этим банком, так как у нас все быстро проходит, буквально пару дней. Вот одобрение любых объектов практически. Комплексная поддержка экономики региона, участие в развитии агропромышленной отрасли, а также постоянное совершенствование своих продуктов и качества сервиса. Главная миссия Ульяновского филиала Россельхозбанка. Виктория Чиркова, Юрий Конихин, новости Улправда ТВ.